Вот у нас такие водители на дорогах. Да, Юля. Аплодисменты, Юля, я хотела. Весовые. И какие же вы еще весовые категории водительского удостоверения прописывают? Вы нам не подскажете? Я понимаю. И тоже. Категория С — это уже не автомобиль, это бульдозер у нас. Я понимаю. Хорошо, аплодисменты, Юлия. Катерина. Часовые. Часовые. Это уже было. Мне тоже это понравилось. Весовые категории. Хорошо. Поставили дальше. А и Б? Вот это да. Дама на мотоцикле — это клево. Аплодисменты. Ну, опасно при этом. Оля? Нет. Только Оля. Сразу сказала Оля, без всяких весовых. Ну что, сейчас мы будем осваивать, как сказала Екатерина, дальше. Осваивать категорию С. Я попрошу вывести транспортные средства. Грузовик, а? Категория С, это я полагаю. Это вам грузовичок, сейчас вам его дадут, вы не волнуйтесь. И откатят от вас его на нужное расстояние. Только буквально кончик руки. Когда-нибудь грузовик водили? Не доводилось, но с весовой категории грузовик тяжело водить. Но водится с категории С. Катерина, вам, наверное, приходилось, раз вы на мотоцикле ездили, наверное, и КамАЗик, ГАЗик. КамАЗик, конечно. И КамАЗик. Оля, скорее всего, что, судя по неиспуганным глазам, только вы боялись остальные. Не дергайте машинки. Милые дамы, ну что ж, конкурс состоит из двух этапов. Все достаточно просто. Юль, со второй. Итак, приготовили пальчик вот этот вот. Вот этот вот пальчик на правой руке. И по моей команде начинаем мотать на него веревочку так, чтобы машинка оказалась у пальчика. Можно второй рукой себе помогать, не волнуйтесь. Конечно, на пальчик только главное наматывать. Можно помогать второй рукой. По моей команде никуда не едем. Я понимаю, что девчонки готовы стартануть. Формула-1. Женщина за рулем. Это опасно. Женщина за рулем КамАЗа. Это уже не страшно. Итак, та из вас, которая придет к финишу последней, проиграет и отдаст нам какую-нибудь свою личную вещь. Поехали! Весовой категории вышли в финал. А так, весовые категории у нас занимают почетное третье место в этих автогонках, бронзовый призер. Согласен. Это вам, так сказать, от брата и его жены. Сейчас подарок дадут. Вещь до конца вечера придется отдать. А что делать, Юля? У нас правила такие, жестокие даже, я бы сказал.